И здравствуйте, дорогие друзья, с вами Донбасс, с вами Киберплейс, и мы вновь возвращаемся на Киберплейс Fast Cup по номерам 5. Смотрим игру таких команд, как ТБЦ против СД. И врываемся сразу, наверное, на пик. Видим в бане Keeper of the Light, Лондрид, Квапа, Тинкер, Лина и от другой команды Батрайдер, Дарксир, Магнус, Клокверк и Зевс. Зевс. Жестко. Так, и что у нас по пикам? Давайте посмотрим. CD, Нукс, Лайфстиллер, Пак, Бристлбэк и плюс один саппорт, как я понимаю. У команды ТБЦ, Нейчер Профит, Гирокоптер, Андайнг, Луна и тоже один саппорт. Пум-пум-пум. Так, дополнительное время идет у CD. Минут 30 у них было. И раздумывают над последним пиком. Ребята. Джакиро и Венга. Вот двух команд залетают на последних банах, точнее пиках. Нажимай. Как же сложно. Так, разбирают ребята героев. И я смотрю по сетке. Финал уже вышли. Команда Emphatic. А снизу что у нас делается, творится? ТБЦ и СД играют малый финал лузеров. Дальше их ждет команда Nevers. Плюс 4, где решится, кто попадет в гранд-финал. Так, ну что ж, команда SD. Феникс играет у нас на Нуксе. Адмирал Видмит играет у нас на Бристлбеке. На СДиге на Паке. Шаман Год играет на Лайфстиллере. И последний Юниор играет у нас на Джекиру. Команда ТБС. На Луне играет Смок. Трабл Бэйби играет на Гирокоптере. Дениска играет у нас на Андайнге, QQ играет у нас на Винге, и последний Best of You играет у нас на Профите. Так, и видим Fast Russian от команды ТБС, ТБЦ, ТБС, ТБЦ Гейминг. И тут же тоже в смоке заходят ребята из СД и палят всю контору. Палят всю контору. Джекир дает айспад не по Рошану. Отлично. Айспад. И где же ФБ? И умирает у нас Клокверк. Ой, боже мой. А, Гирокоптер. Умирает у нас Винга. И что? Никого не заберут? Нет. Забрали все-таки Джекиру. Ребята из ТБЦ. И на этом все, мне кажется, да. Ну нет. Гирокоптер. Летает минус пак. И еще, мне кажется, Бристлбека должны забрать. Да, мистер, минус Бристлбек. И счет. 4-2 уже, ребята. 4-2. И в итоге Прошан остался живым. Да, интересное начало от команд. И что у нас по лайнам, как они будут располагаться у нас. Сандайнг идет на к фонтану. Уж сильно плохо ему. Видим, банку несет уже себе Гирокоптер. У Пака она будет очень-очень-очень-очень-очень.
Не, ну серьезно. Там было нарисовано вот так вот. Там ничего никто не полил. Так, 300 голдов для пака. Так, и видим как. Лайфстилер фармит пока у нас без особых трудностей. Никто ему не мешает. Ну а профет у нас в лесу, как видим. Пока что. Так. Одну секундочку, ребята. Тут очень много всего. Ну, видим, где варды стоят. Еще 200 у лавстилера, и тут гирокоптер залетает. Ага. Отошел в пак, что я думал, что он залетит в спину, но не произошло такого. Так, что у нас тут дальше? Психанул, наверное, Джакиром, купил 5 тангусиков. Бристлбэк. Бристлбэк. Ну, тяжело стоится ему тут, конечно. Ведь все это дело вард, который тут стоит. И не удается. ТБЦ. Что-то интересное сделать на топе. Так, что у нас тут в миде? Через Black Cannon идет у нас гирокоптер, видим. Так, открываем статистику и видим 27 на 6. Играет у нас пока лайфстиллер. И мидас появляется. Почти появляется. У него. Ой-ой-ой, стан получает у нас. От кого? Ну все правильно, от Нукса получила стан. Генга кинула. Кинула стан. Как тут Карапаси и понеслась. Так, и в итоге неплохо пушат вышку. Ложится айспад от Джакира по двоим и сжигается мана у Андаинга. И МПЛ не точно от Феникса. Отходит ТБЦ. Но тут вот этот человек, который прошелся под вардом и... Ого! Да ладно! Мастер просто. По-мастерски ушел. Ничего не скажешь. Так. Ну, четвером играют у нас на топе. Ребята из ТБЦ. И хотят они забрать эту Т1 вышку. Сверху. Ну а лайфстиллер пока что. О, мидас уже появился у него. Есть у него еще тапок. Герокоптер то же самое. Стоит пока что на фрифарме. Ну тут все ясно. Понятно. Так, забирают вышку без проблем. Кстати, есть пеньки, есть тут много всего полезного. Скиллов я имею в виду. Да. Падает вышка, луна забирает и отлично просто.
пота есть у Луны. И ребята из ТБЦ уходят обратно назад в свой лес. И что у нас тут? Наздиги пришел на линию. Оп, оттанцевал вот шарика у нас. Трабл Бэйби. Шаман Год тут фармит у себя. Опять же, 6 минут фарма. Это очень много для лайфстилера. Есть уже ультимейт у Герокоптера, видим. И сейчас будет начинаться экшен, мне кажется. Долго летела винга. Так. А где вот это? Ага. Луна у нас на топе. Дальше продолжает фармить. Но тут есть Бертлбек, который тоже не против пофармить немножко. И ребята из ТБЦ будут, наверное, пытаться забрать или хотя бы надамажить немножко. Ты один товар по миду. Называются пеньки. Пеньки сразу же тут убиваются. Да. Жор. Вот. Андайнгу. Кто? Нукс. Вот. Так, хорошая спад по двоим, задувка тоже по одному всего лишь, и что, и все. Да. Да. Лайфстиллер. Ага. Я понял. Купил себе фейзы. Будет, конечно же, идти в армлет потом. И мышка-то падает у нас. Понемножку. И вангвард появляется у Бристлбека. Тут же входит на хосте у нас гирокоптер. Ультует, кулдаун хороший был. И все. От пака ультимейт тоже был неплохой. Аж попал по... не знаю. По никому не попал. Тут выходит лайфстиллер. Убивает всего лишь андайнга. Проедает дерево топориком. И уходит отсюда живым. И вот он. Профет забирает у нас тавер по миду. И что профет купит на эти деньги? Наверное, баклер. Как такая идея, Дима? Ого. Так, Угр Акс, Угр Клаб, точнее, появляется у Луны. Так. Что у нас тут Бристлбек сверху делает? ТП сюда. И видели, что тут творится просто. Ребята из ТБЦ. Благодаря вот этому. И залет, не залет. Ставится ракетка на Нукса. Ой-ой-ой, как же больно, наверное, было Нуксу. Ну. Ой-ой, кулдаун-то хороший, но поздно. Поздно дал его гирокоптер. И в итоге уже 3-3. Размен, точнее 4 в 3 размен. Манцуется тут Луна. Я даже не знаю, загуляла что ли. Стики сейчас прожми, да. Стика прожимает и живет до конца. И тут же ТПшится у нас Undying. Дают дикей, и на этом все. Ну, гирокоптер выкопился, и в итоге ничего интересного не сделал. После этого. Так, пак. Пак.
так вот. Мне кажется, видели. Да, видели. Все, что происходит тут, ребята. Из CD. Плюет тут Бристлбэк. Ой-ой. Ванды вешаются на вингу. Минус винга. Сюда же залетает хороший кулдаун по двоим. И что же культует у нас? Профет. Дает сайленс по всем у нас пак. И гирокоптер тут, по-моему, отъезжает. Да, отъезжает гирокоптер. Луна, что ж ты делаешь? Убила Джекиру всего лишь. И последний остается у нас Nature Profit. Ставит тут ультимейт. Пак свой, сайленс и минус профет. Ну, вторая драка и вторая неудачная для ТБЦ. Как видим. И видим, вармлет появляется у лайфстиллера. 1700 у него на руках. Бристлбэк. Может, в курице что-то лежит? Нет, в курице ничего нет. Интересно. Лагерь появляется у пака. И тут тоже ничего интересного. Тут тоже будет артефакт, наверное. БКБ называется он. И нужно тут убивать. Ну уже. Да ладно. Ну, разменялся. Разменял пак, точнее. И еще тут заходит хороший кулдаун. Но говорят, что в рейдже это не то. Ой-ой-ой. Минус лайфстиллер. И где тут пак? Пак. Блинкаут. Тут есть нукс, который должен копать вингу. Да. Так убьет. Ха! Закрывает лайфстиллер в последний момент. Тут же... Ой-ой-ой. Смертоносен прикончил двоих подряд. И... Луна то же самое. Минус 2 от нее. И видим, уже появляется БКБ. У Луны, у гирокоптера все очень печально. И кто мне еще интересен? Вот это товарищ, у которого тоже ничего нет. Так, профет. Как же он проседает здесь, а? Убивает тут Бристлбэк. Причем на изичах. И уходит, да. Уходит отсюда вам. Видим 1100 у лайфстиллера, 1200 уже. Так, и тишина у нас пока что на карте. Видим, разбивает у нас. Вар Джакиро примораживает двоих. И Венга просто ставит центры и начинает убивать центричный вард. Команда СД. Но Джакиро. И еще тот. На, пойдет поставит еще один центричный. Добьет обсервер. И СНТ-шник тоже убьет, ребята, да. Ракета ставится на Нукса. Примораживает там двоих, да, опять. Примораживает двоих у нас Юниор. И Юниор должен умирать здесь, да, умирает Юниор. Ой-ой, ловят тут профета, ну нет. Тут мека профета есть. Залетает хороший кулдаун по четверым. По троим, точнее. Боже, трэш какой творится. И что? Яндавик минус 5. Минус 5 вот СД.
и появляется дезолятор у товарища лайфстилера. Так, что у нас там по графикам? По графикам, по опыту, плюс 10 тысяч у команды SD. И по голде 4 тысячи тоже у команды SD. Так, словили тут у нас Бристлбека, и мне кажется, да, минус Бристлбек. Забирает у нас Undying. Сверху есть пак. 1100 у пака. А что же это будет? Я даже и не знаю. Догон. Забрали один тавер. Давно, по-моему, забрали. Да. Ну, идут по миду у нас товарищи из ТБЦ. И будут забирать один. Т2 тавер, но глиф, глиф, глиф. Через 3, 2, 1. Есть глиф. Цепляет кого-то уже лайфстиллер. Причем серьезно грызет. Да, зарезает он тут гирокоптера. И идет дальше. Цеплять кого-то. Закрывает его тут. Пожимай. Профет своими деревьями, но прогрызает и вешает банды на профета. Тут, давай, 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 давай. Минус профет. Минус также луна. Минус винга и минус андайнг. Минус 5. Еще раз в исполнении СД. Вот так вот. Гиперстоун появляется у лайфстиллера. Кираса Гейминг. Не знаю даже. Так. Мы должны тут забрать Т1 Тауэр наконец-то. Ребята из CD. Да, забирают этот Тауэр. И будут ли идти дальше. Да, игра приостановлена. Вылетает у нас гирокоптер и снова возвращается. Отличные два варда просто от ТБЦ. Видим. Мы их видим просто. Ту-ту-ту-ту. Undying. Это будет выход в... Вангвард. Ring of Health. Надо купить ему всего лишь. Так. Лайфстиллер фармит себе дальше. Бристлбэк идет на фарм. Купил он себе Blade Mail. Интересно фармит. Так, и видим вот эти передвижения от команды CD. Но они не знают, куда идти. Хотя тут стоит вард, и тут тоже ребята ходят. Не находит тут ТБЦ никого. Ну а ребята из СД идут забирать Т2 Tower. Вот такие у нас дела. Успеют, нет? Да, успевают забрить Т2 Tower и видят. Видят из-за вот этого. И будет сейчас драка. Будет летать первый, наверное, Бестлбэк. Уже началось все. ТП-аут делает винга и не успеет. Неудержим просто у нас Шапангот.
Ну и остается Т2, тавр сверху у команды ТБЦ. А, еще и снизу, точно. Точно, 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 точно. Падает Рошан, забирают у нас Аегис, Лайфстиллер. И я думаю... Ага, вот такой план был нарисован. Просто на пролом. Ай, хороший НПЛ вот Феникса. Хоть и где-то они хорошие. Так, Лайфстиллер. Лайфстиллер. Я думаю, там в куре у него 4 рапира. Или нет? Ну, почти 4 рапира. Есть у него уже кираса. Да, летит уже к нему. Тут у нас пряталась луна. БКБ у нее 8-секундная уже. Ух ты, какой у нас план нарисовали, ребята. Профет, мека. И ничего пока что. Позилочка так и была у него. Ну, давай. Вот он появляется, вангард у Андайнга. Silence от Пака. И ультимейт хороший по двоим ставит он. Свапает тут еще у нас винга. И Нукс у нас отключается от игры. Так. Угу. Ну, тамбу тут уже поставил у нас Undying. Видим вот этого крипа. Зомби, точнее, который лезет за паком. Но я и так стараюсь ничего не говорить. Такое важного. Все эти передвижения. Ну да.
Ждем Феникса. Долго ждем. Вот он появляется, Феникс. И... Нажимается пауза, ставятся деревья. Паку. И... Ну, разбежались ребята. Ну, идут по миду у нас СД. Это у нас видят. Ребята из ТБЦ. Так, минус арморчик от Винги. И заходят на ХГ, да, идет Т3, Тавр. Пассивка у Джекира, конечно же, нету. Зачем? Врывается сюда пак, ставит ультимейт. Нет, не ставит ультимейт. Вылазит из него всего лишь... Лайфстиллер, минус Профет, минус Винга. Тут же Макропира хорошая, вот Джакиро. Должен умирать здесь Лайфстиллер, но нет. Рамлет переключает он, то есть нормально. Выживает, минус Бристлбэк, залетает ракета в Лайфстиллера. Минус также Джакиро был, что я не сказал. И тут Андайнг есть, сбивает Эгис у нас Лайфстиллеру. И Лайфстиллер сейчас начнет резать, по-моему, всех. А, ну ок. Да, нарезает он всех. Но нет, не решился дальше идти. Почему-то. А надо было. До конца просто. Так, Профет ТПшится. Появляется перед Лайфстиллером. Закрывает его в деревья. Сюда же пак прилетает. Дует сайленс по всем. Кулдаун. Залетает в одного только Лайфстиллера. И минус пак. Точнее, пак убивает у нас. Профета, тут же Лайфстиллер грызет у нас Андайнка, минус Андайнг. О, много станов взлетает у нас Лайфстиллера. Пак прыгает, будет Сайленс, нет, нету маны на Сайленс. Выбивает так у нас Лайфстиллер двоих еще. Вылазит и дальше идет убивать просто. Последнюю луну, луна прожимает БКБ у нас. Ну, я думаю, это ее не спасет, да. Минус 5. Вот команды СД. И у Нукса появляется догон. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну и дефайт будет, ребята, из ТБЦ. Видим бэйбэк от Луны. Свапают у нас тут Нукса. И Нукс. Уходит в Виндету. Это ж по таверам. Куда же ты идешь? Да, и уходит. Уходит назад. Лайфстиллер. Ривер покупает себе. В потайной лавке, точнее. Пак, как видим, идет в Хекс. Осталось всего лишь ему купить. Ультимейт Орб. Ну, сейчас нафармить себе уже. Да.
И в итоге БКБ уже 6 секундная у Луны. Венга, сапог, плюс тики. Undying у нас с вангвардом, видим. И собирает он, наверное, худ. Купился Клуаку. Ай-яй. Да, вот он, хекс появляется у Пака, видим. Ну и ТБЦ выходит из своей базы, и направляются они в неведомом мне направлении. Ну, пока фармят. Пока фармят. Ой-ой-ой-ой-ой. Лайфстиллер появляется у него. Сердце Тараски. И ребята идут, наверное, мидом завершать. БКБ появляется у гирокоптера. И да. Должны заходить на ХГ и ломать тавр. Ребята из СД. Прилетает сюда уже Фурион. Ультует. Ставится тамба вот Андайнга. И цепляет тут у нас уже Нейчер Профита. Да, минус Профит. Дальше идет у нас, наверное, нет. Не пойдет он. Да, Стиллер. Не-ей. Залезает куда-то у нас Ластиллер кого-то. Что-то узнает. Минус Винга, минус Сандайнг, минус Луна. И последний гирокоптер остается. Запустил на ракетку в Бристлбека. Бум. И минус Мид у ТБЦ. И смотрим, как они идут ломать уже вниз. Ну, без проблем забирают. И еще на Т2 тавер наверх. Или на Т4. Слабо? Или нет? Дагер появляется у Нукса. Это что-то. Минус Андайнг разрывает его, убивает Томбу. И тут еще цепляет, наверное, Вингу. Есть уже два... Две смолы. Или же как это? Не знаю, это какой-то точно не английский язык. Ну и в итоге ТБЦ проигрывает у нас команде СД. Со счетом 41-22 и проходят СД дальше. И попадают они на Неверс плюс 4, которые упали у нас от... От команды эмфатиков. И я думаю...